Итак, друзья, как восстановить робота-пылесоса после того, как он, допустим, подпрыгнет? Ну вот как, допустим, вот сейчас. Видите, допустим, он где-то там подпрыгнул, колеса там скаканул, ну какая-то ошибка произошла, либо там застряло. Как восстановить его работу? Ну, во-первых, чистите тут, да, иногда застревает что-то. Значит, проверяйте, не забит ли приемник мусорный, можете выкинуть. Вот, закрывайте и просто восстанавливайте работу просто обычным нажатием вот на эту кнопочку. И слышите, он говорит, восстановил работу и все, продолжает дальше. Вот, точно так же можно поставить на паузу. Видите, paused. То есть она говорит почему-то past, на самом деле она говорит pause. Так, и, ну, естественно, с моим английским языком, то конечно. Ну, и home, это, естественно, вернуться домой, тут уже все понятно. Причем он не сбивается, да, а продолжает работу. То есть, еще раз, значит, вот эта же кнопка, да, она не только включить, но и поставить на паузу и возобновить работу. Вот, собственно, и все. Так что, надеюсь, вам видео было полезным. Всем пока, до свидания.